В общем, вопрос тут... Давайте, пожалуйста. В общем, человек видит, допустим, просьбу о помощи в интернете и оказывает эту просьбу, помощь оказывает, там, денежную, допустим. А это оказываются мошенники. Считается ли это, идет ли это милостыня напрямую к Богу, что его обманули? Но он об этом не знал, но потом узнал. Да, нехороший случай. Надо знать. Потому что, не зная, подал, и в ту же минуту у сатаны в пригоршне оказались твои деньги. Жития святых говорит. Надо молиться об этом, никому попало подавать. У нас есть материал к истинному православию, там о милостыне, советую прочитать. Там все взято из Библии, не помогая злодею, дабы не усилить его. Библия предупреждает об этом. Бог дал дар тебе, а ты его куда попало толкаешь. А он просил, у тебя же голова есть. У меня один подошел, я недавно освободился, хлеба нету. Я говорю, ты не обманываешь? Нет. Я ему 3 рубля дал. Он пошел, а я потихоньку за ним. Он сразу в винный отдел. Подает 3, то я 3 раз забрал и в карман. И пошел. Он глаза вытаращил, и продавец ничего не сказал. И ему это урок. Не советую, не разобравшись. Там, может, какая-нибудь организация нехорошая. Вот так все. Вот откройте, милостыня, к истинному православию. Кто не знает, я могу в течение 1 минуты скинуть. Зайдите ко мне, позвоните, чтобы сразу. Скажите, я насчет разговора. Мне это удобно будет. Слушаю. Все ясно. Спаси Христос. Да. Все тогда. Если вопросов нет, я ухожу.